В этом видео работает практикант. Он учится и делает ошибки. Учитесь с нами, делайте сами, делайте лучше нас. Кровельный инструмент покупайте на сайте altes-td.ru. Ну вот остальное все. Все будем сейчас. Приспособа такая есть. Такая приспособа. Чтобы сгибать более равномерно. Ну, больше-то у нас уже нечего сгибать. Это у нас. Будем сейчас так вот сгибать уже через эту приспособу. А это резиновая такая, полиуретановая такая пластина. Вот полиуретановая пластина. Вот тоже она помогает. Это у любого сапожника можно взять. Вот. Спирт. Чтобы ума не надо, тут вот. Нагибаешь равномерно. Ну, через нее можно вместо доски ее использовать, когда там, к примеру, уплотнить какой-нибудь фальц, прижать ей надо. Наверное, ее тоже использовать. Тоже можно ее использовать. Подправить где? Этот. Так, ну тут вообще просто. Дальше просто держать. Вот так вот. Дальше. Так, тоже. Давай, немножко. Дальше. Ну, вот так вот получается. Так вот получается. Смотри, вот, погодите немножко. Погодите немножко, руками. Все равно, что ли, немножко. Немножко. Сюда. Погодите. Что она была 90. 90. Так, не сильно. Уже двигать еще будем. Сдвигать, двигать. Так, ну вот. Вот эти можем поплотнее сделать. Вот не сделать можем. А, так не. Так, здесь тоже. Так, ну отлично. Сейчас мы сделаем еще одну такую интересную вещь. Ну, надо сейчас с этой стороны. Ну, надо немножко. Так. Так, ну все. Сейчас нам надо с другой стороны, нам надо согнуть. Согнуть нам надо. С этой стороны.
Боже мой. Ну, а вот давай отгибать с этой стороны. Отгибать будем с 3 мм. 30 мм отгибать. Так, берем 30 мм. Так, будем. Так, берем. Так, сейчас будем отгибать, берем 30 миллиметров, накручиваем, все, сейчас подвинем на 90 градусов. И нас так раз Так, если 90 градусов, то... Вот это мы делали вот этими роликовыми листогибами. Роликовый листогиб поднимает до 90 градусов. Вот. А следующее, что нужно сделать, это нам надо теперь взять дисковый бендер и при помощи дискового бендера поднять остальное. Мы его сейчас, вот дисковый бендер, так вот он выглядит, вот R-бенд 50 диск, R-бенд 50 диск, сейчас мы ручку прикрутим. Вот, сейчас мы его так вот установим. Налево. Он на 50 только. Так. Вот так вот он устанавливается. И теперь можно от 90 до 180 опускать кромку спокойно. Но кромка получается
Ядро тут мешает. Ядро тут ни к чему мне. Ядро тут ни к чему. Сильно не надо торопиться. Он отгибает. Хорошо отгибает. Важно, конечно, чтобы он поближе был, но ничего. То же самое, ты тоже пойдет. Ну, хорошо, работает. Смотрите. Аккуратно, торопиться только не надо. Вот так. Здесь поторопились. Они сейчас. Все, он так снимается. Ну все, отогнули. Вот такой прекрасный эрбент. Вот такой прекрасный эрбент. Вот такой коробочки. Вот такой эрбент. Вот так вот он выглядит. Этого марка. То есть толщина металла 0,3070. Опорные ролики 3, длина 50. То есть он 50 мм кромку отгибает от 90 до 180 градусов. Вот такой прекрасный эрбент.